Ты не Я еще не понимаю. понимаю этих задротов по 75 орлов, там, сколько надо сидеть, играть с самого Кстати, а начала. ты эти ассасины на Xbox проходил или как? Или ты просто на Да. ПК еще потом поиграл? Я на ПК потом еще поиграл. Ну, по-моему, там дальность прорисовки такая же, как на боксе. Я пару вижу вообще какую-то размазанную хуйню. Ну, наверное. Ну, я честно сказать, там говорили, что на ПК очень сильно лагают города. Не, Они, у наверное, меня все это хорошо. пофиксили уже сейчас. Я Но поэтому и когда прошел игра ее. вышла, типа, очень сильно много чего лагало. Тем не менее, да, может быть, в конце было немного скучно, когда играешь за Коннора, но вот в начало, по-моему, вот самое охуенное начало вообще в компьютерных играх. Я так охуел. Не, начало хорошее. И меня, а в потом, принципе, когда уже я все говорю, вот это... меня даже устроило, что ты за отца играешь кучу времени в начале. То, Потом, что когда он сказали, перс типа, нормальный. тамплиер, он, типа, тамплиер тоже поворот событий так. А так вот под конец уже, да, согласен, немного прошляпили, я просто сейчас начал вспоминать. Там вот когда уже надо было Чарльза Ли замочить, это, да, это было уныло. Но тем не менее, не знаю, я бы... Это классно. Мне понравилось. Не может было, что прям... Если мне хоть что-то понравилось, значит мне понравилось. Просто такой вот оценка играм как бы. Да, есть там, допустим, как говорят... Ой, бля, снайпер, ебанул. Собака. Слушайте, люди... Уж эти люди. Ты сейчас где? Я не знаю, бегаю где-то. Блять, это что, дефматч, что ли? Разве? А, окей. Я думаю, что за хуйня, это дефматч. Пиздец. Да фига этот, блин, быстро аек убивает. Бля, нет. Ёп! Стою такой рядом, вся стена взрывается. Что за автомат вообще такой? Гранату, сука. Ай, ай! Окей, я попробую взять. Блин, не успел. Меня убили со спины. В наше здание забежало два человека, оказывается. Ты бы сказал, что они со спины стоят? Ну, нет, я не видел, откуда они. Там где-то темно было, на повторе. Блин, да офигенно, блин, я вообще, мощь. Я что-то запутался. То туда захотел, то туда я захотел. Я к тебе бегу, не волнуйся. Не, блин, не понял, ты, куда ты сдох. Только я до тебя добегаю, ты уже сдох. Блин, вдвоем зажимаю. Да ёпарный ты театр. О, возьми себе тоже медика. Я? Да. Ну, сейчас попробую. Там много людей. Вражеских! Бля. Ты куда там они? Видишь, можешь меня как поднять? Меня убили, потому что я не понимал, откуда они. Ты ничего не сказал, ты говорил. Там много, я говорю, откуда ты такой, можешь меня поднять? А, он убежал, его убили потом. Меня убил снайпер вообще откуда. Непонятно. То есть не близко. Ладно, сейчас я возьму тогда снайпера, ой, медика. Возьму АУК. Хоть он мне и не нравится. Ну, тем более у меня на него ничего. Куда они постоянно мочат? Что-то этот аук. Вау, ты видел, он через стену провалился у меня. Я видел. Бесят вот эти игроки, которые... Я помогаю команде, охраняю точку, ёба. Охраняю. Да, сижу за углом. Никуда не иду. Нахера не нужны эти? Меня на консолях, да? Но на консолях ты не можешь целиться, может быть. Ты как бы... Ну, знаешь, нет, на консолях... Но просто... я имею в виду, что, может быть, тебе, правда... Как бы понятно более-менее, что почему люди выбирают... Там некоторые просто могут неправильно, ну не умеют играть просто. Да, почему люди выбирают, чтобы не бегать никуда? Но ёпт! Ты играешь на PC, где у тебя мышка есть. И ты сидишь крысишь, это что за... Окей, там еще крыса в этом... И опять же, сидит он с этим пулеметом и стоит. Блять, гранат! Ай, чё все сидят? Теперь опять его не видно в этом окне. Это опять вылезет оттуда. Ай, вон он в углу, видел, убил, не? Да, я его ножом резал, он не дох. Ты его зарезал, а не зарезал. Я его резанул один раз, второй раз уже он меня типа понял. Вон там, где здание разрушилось, ты про эту крысу, что ли? Да, везде крысы, гранаты со всех сторон. Со всех сторон они сидят и крысят просто, они никуда не идут. Ну не, сейчас выгоним. Твоих убил сейчас. Я кинул ему грен туда.
хуй. Так, хорошо, теперь заходим внутрь. Не пойдешь? Нужно патроны. Сейчас, погоди. Я двоих убил. Более-менее, там один здание есть только. Хелсы, так. Кипс. Двое. Я тебя хелсы кину. Убил обоих. Бля, граната, враг! Нет, своя. Окей. Охи. Кидает. Прикрывай, там есть один. Прикрываю, стараюсь, по крайней мере. Я иду наверх. Я в проходе одного убил тоже. Ай! Убил! Наверху! Блин, почему по нему не попадали? Сделал, он просто оббежал тебя! Я не знаю! Пиздец, сумасшедший пулеметчик. Он, блядь, они сволочи, они опять на то же место приходят садятся. Что за пи***цы вообще? Было бы только хуже, если бы они еще и выигрывали с таким говном. Меняю настройки. Оставлю себе. Блин, я хочу играть, блин, а беспроводной, когда я играю в игру. Окей, сейчас она поняла, что она беспроводная. Слава богу. Один из пяти раз она поймет, что она работает. Причем, то ли я не знаю, ей Wi-Fi роутер мешает, то ли какие-то прерывания, но бывает момент, когда она тупо вырубается на секунды. Но в игре, когда играешь, блин, это бесит так, когда тупо берет и мышка садится, типа. Все, я не работаю. Не спас людей, они стоят на месте. Готовься меня риснуть, потому что там снайпер. Двоих убил, и снайпера, и второго еще. Но... Там просто еще один. Тихо, вон там, вот он, видишь, стреляет. Ты бежим просто, блядь, сломя голову, нахуй. Иди, я с тобой. Всё, бля, я на мини чуть не взорвался. К аптечку, я вошел, все, мы вошли. Тут датчик. Я знаю. Сломал. Двое, трое. Высадка. Убил высадку. Убил двоих на лестнице. Давай. Нужны патроны. Идем наверх. Бля, вторая мина. Рисни, отлично. Сука, мина. Блин, я его резал уже. Я тоже его резал и просто. Меня убил. Как порез, сука! Меня убил снайпер. Я ему 27 хп оставил, он каким-то образом меня добил. А у него, а это не снайпер, у него. А профессионально зашли туда мы. Тимплей. Вон сзади идут! Окей, спасибо. Да я на тебя смотрю. Еще один! Окей. Риснул, окей, он умер уже. Да, еще ганнер. Вон там, вон, я пометил, идут. Ой, блять, ой, чуть не ёпь. Я стреляю по башке там какому-то. Тот чел опять кемперит в разрушенном здании. Гранату кинул. Вон, я слышу, как кричит граната, а сам, сука, даже... Я взорвал гранату. Взорвал. Да, тот мертв. Там еще снайпер, один, снайпер, да. Снайпер. Убил. Отлично. Вроде больше никого нет. Идем, быстро. Ай, нет, назад, бля! Мне нужно риснуть. Сука, я риснул, но отступаю. Ты сейчас умрешь. Я тебя могу еще раз риснуть. Я кинул аптеку. Сейчас. У меня вообще нету патронов. Я вот подберу снайпера лучше. Кончились патроны. У меня патроны тоже кончились. Блять, я ёбнул. У меня еще патроны кончились, я побегу тогда. Подбери какой-нибудь кит. Ну я побежал, чтобы кого-нибудь убить с магнума, например. То что-то я не вижу нихера никого. Я вот снайпера подобрал. Я с другого прохода иду туда к ним, на второй этаж. Снайпер тоже, блять, патронов мало оказалось. Идем наверх, может быть, прорвемся. Тут никого нету. На втором этаже никого нет. На крышу вижу, пулеметчика убил. Вроде никого больше не видел. Я подобрал с кого-то патроны для своего стола. Ой, я нашел. Я медика взял. Нет, пропалки только что прям. Я мы уже на третьем этаже. Я медика взял, прикинь. Да ё! Один раз его резанул, он меня убил. Я сейчас рисну. Да, спасибо. А кто-то еще мертв внизу. Отданием. Бля, все, мы теперь тут доминируем, нахуй, давай сидим здесь кемпером. Сидим кемпером, да. Хуй. Теперь начинается настоящая игра. Вы кто-нибудь нас прикрывает спину? Я прикрываю спину. Я если что закричу. Я прям чувствую уже какая-то. Просто кто-то тут умирал, но уже сзади. Мне кажется, сейчас кто-то прорвется. Пока что они как-то вялые, если они прорываются. Прорывают, все-таки не, они хотят. Они, видимо,
понимают, что мы здесь. Вот они идут, они понимают, что мы сейчас ебашить их будем. О, там внизу есть один. Точно? Да. Убил. Второй там был, второй был. Окей. Я видел его. Вон я, он. Я убил. С тобой, Сыч. Мне кажется, еще даже третий был, а пойду оба... Сзади! Сзади! Окей. Я, у меня патроны закончились. Эй! Эй! Я тебя подниму, если смогу. Забей на него! А меня он убил со своего говна. Как? Вы вообще по нему не попадали патроны, почему? Гановый теперь с другой стороны появляется. Я пойду с другой стороны обойду, попробую. Люди на третьем этаже есть, на крыше. Я вижу. Окей, у него исчезло. Спрятался в собственной аптечке, кинул аптечку, засунул туда голову, и я не увидел его. Прикинь. Норм тактика. Ой-ой-ой, шмаляет прям. Блин. Бля, надо, наверное, под сумму взять. Я возьму под сумму, в общем, будет больше патронов. Хотя тут уже раунд заканчивается. Все, один труп, и мы выиграли. Окей, победа! То-до-то-то-до-то. Тё-тё-тё-тё-тё-тё. Ну мы с тобой в лидерах. Прям. Вообще команда, у них даже выше 4000 очков не было. Команда называется вообще.